И воз сена, и сад земных наслаждений показывают, как род человеческий пытаются заманить в ловушку три его вековечных врага – мир, плоть и дьявол. Опасности, подстерегающие человека на земле, предстали снова, хотя и в несколько измененном виде, на внешних створках триптиха «Воз сена». По мастерству исполнения они уступают изображению на внутренних створках и были закончены, вероятно, подмастерьями и учениками Босха, хотя ему принадлежит общий композиционный замысел. Занимая весь передний план, там возникает фигура изнуренного, обтрепанного немолодого человека с плетеным коробом за спиной. Зловеще мрачный пейзаж, окружающий его, неприветлив и вселяет тревогу. Слева внизу лежат череп и груда костей. По пятам за этим странником бежит, норовя укусить его, уродливая собачонка. Мостки, на которые он собирается ступить, треснули и вот-вот подломятся. В отдалении видны разбойники, ограбившие другого путника и привязывающие его к дереву. По другим деревам, под звуки волынки, пляшут крестьяне. На холме, на заднем плане, вокруг виселицы собралась толпа, а рядом виден высокий шест с угребленным на конце колесом. На нем было принято выставлять тела казненных преступников. Столь же мрачная местность возникает и за спиной апостола Якова, на внешней створке триптиха «Страшный суд», напоминая, что святой был небесным покровителем паломников, которые молились о его защите от опасностей, подстерегающих на дорогах. Но в эпоху Средневековья любой человек мог в духовном смысле считаться пилигримом, ибо все мы в этом мире чужестранцы, скитальцы, изгнанники, ищущие утраченную отчизну. Этот образ почти ровесник самого христианства. Еще апостол Петр в похожих выражениях описывал своих единоверцев, а после него это повторялось и варьировалось многими поколениями писателей. Немецкий мистик Хенрик Сузо уподоблял людей жалким нищим, плачащим дни своего горестного изгнания. В книге Ди Гюльвиля «Паломничество человеческой жизни», странствия по обеду, совершаемые неким монахом, композиционный прием, позволяющий рассказать о жизни и духовных искушениях героя. Путь босховского пилигрима пролегает через враждебный и коварный мир, а все опасности, которые он таит, представлены в деталях пейзажа. Одни угрожают жизни, воплощаясь в образах разбойников или злобной собаки. Впрочем, она может символизировать также и клеветников, чье злоязычие часто сравнивали с собачьим лаем. Пляшущие крестьяне – образ иной, моральной опасности. Подобно любовникам наверху воза сеном, они прелестились музыкой плоти и покорились ей. Босховский персонаж приводит на память обывателя, чье духовное паломничество служило темой для многочисленных нравоучительных пьес того времени.
Лет через 10 после того, как был написан «Путник», Босх воссоздал этот образ в картине, ныне хранящейся в Роттердаме, на сей раз расположив пилигрима на фоне одного из самых изысканных своих пейзажей. Приглушенный, желтовато-серый колорит тонко передает пасмурный день, столь характерный для дождливой Голландии. Думается, нет оснований соглашаться с некоторыми искусствоведами, считающими, что сюжетом этой композиции послужила евангельская притча о блудном сыне. Крупная фигура на переднем плане весьма напоминает скитальца с картины «Воз сена», только теперь он изображен еще более изможденным и оборванным. Отличие еще и в том, что за исключением собаки, которая, впрочем, тоже должна ассоциироваться с клеветой, все прочие опасности подстерегают здесь не плоть человека, но его дух. Прежде всего, это полуразрушенная таверна. Как и в ранней работе Босха «Брак в Кане», таверна воплощает в себе весь набор мирских соблазнов, которые дьявол посылает людям. О сомнительном характере этого заведения можно судить по его посетителям. Справа мужчина, отойдя за угол, справляет нужду. В дверном проеме пара ведет любовную игру. В окне с выбитыми стеклами и полуоторванными ставнями видна голова женщины, с любопытством выглядывающей наружу. Не исключено, что посетитель, которого поджидает эта женщина, и есть сам странник. Как проницательно отметил Бакс, он не вышел из таверны, а миновал ее по пути и теперь остановился в раздумье, привлеченный теми удовольствиями, которые она ему сулит. Бакс высказывает предположение о том, что одежда пилигрима и все его дорожные аксессуары символически объясняют его нынешний плачевный вид, греховные наклонности, доведшие странника до такого состояния и готовность вновь податься искушению. Вместе с тем, в сравнении с персонажем триптиха «Воз сена», душевное состояние пилигрима передано конкретней и непосредственней. Босх изменил его жест. Если на картине в параду он отбивался от собаки, то в роттердамской версии колеблется в нерешительности, полуобернувшись к таверне с почти страдальческим выражением лица. Босх в этой композиции представляет моральную альтернативу не столь явно, но она все же угадывается. Странник хоть и остановился в раздумье, но путь его лежит к калитке и дальше, по мирным полям. В отличие от «Воза сена», где каждая деталь пейзажа напоминает о насилии и жестокости, творящихся в мире, здесь нет никаких символов зла, если не считать совы, сидящей на сухой ветви над самой головой героя. Есть даже основания увидеть в этой калитке и в полях, открывающихся за ней, какую-то связь со словами Христа, который в Евангелии от Иоанна говорит: «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Если в «Возе сена» пилигрим был нейтральной фигурой, то роттердамская версия углубляет этот образ, поскольку путник, несомненно, переживает острый духовный кризис. Однако мы не знаем, сумеет ли он поворот искушения окончательно отвернуться от таверны и выйти через дверь на пажить. Эта неопределенность и двойственность роттердамского путника как нельзя лучше передает свойственный эпохе Босха пессимизм по отношению к условиям человеческого существования. И этим же настроением проникнуты две небольшие доски,
вероятно, алтарные створки, также находящиеся в Роттердаме. На оборотной стороне Боск поместил небольшие монохромные сцены с изображением бесов, осаждающих человечество. Они завладевают фермой, изгоняют ее обитателей, сбрасывают пахаря с коня, нападают врасплох на прохожего. В четвертой сцене христиане находят прибежище. Один преклоняет колено перед Иисусом, а другой тем временем получает белые одежды из рук ангела. Во времена Босха вера в дьявола вспыхнула с новой силой. Большинство современников Босха были уверены в том, что нечистая сила активно и губительно вмешивается в жизнь людей, и непосредственно, и через своих присных, ведьм и колдунов. В 1494 году в Нюрнберге Генрих Крамер и Якоб Шпренгер выпустили в свет исчерпывающее руководство по этому вопросу под названием «Молот ведьм», где с научной точностью терминологии изложили природу ведовства, взаимоотношения ведьм с сатаной, а также способы распознавать их и предавать каре. Неслыханная популярность этой книги сыграла не последнюю роль в развернувшейся в XVI-XVII веках охоте на ведьм и бесчисленных судебных процессах. Вероятно, она же побудила Босха написать на внешней стороне роттердамских створок две картины. На первой низвергнутые ангелы, уже превратившиеся в монстров, приземляются в какой-то дикой пустыне. На второй изображен Ной в ковчег, остановившийся на горах Араратских. С него попарно выходят спасшиеся твари земные и небесные. Вокруг валяются трупы погибших во время потопа. Две эти сцены любопытным образом соотносятся со средневековой интерпретацией тех мест книги Бытия, где описывается развращение человеков на земле, следствием которого и стал потоп. Там сказано, что сыны Божьи стали брать в жены дочерей человеческих, которые произвели на свет расу исполинов. Поскольку под сынами Божьими часто понимали падших ангелов, авторы «Молота ведьм» вслед за Фомой Аквинским спрашивают, не было ли могучее потомство, рожденное в тлетворном взаимосмешении людей и демонов, первыми ведьмами и чародеями.
Для Босха и его современников мир, полоненный всеобщей греховностью и глупостью, являл собой печальное зрелище, и его несовершенство могло объясняться лишь тем, что дьявол и его присные стараются погубить человечество. Но если враги столь могущественны, на что же мог надеяться пилигрим, желавший обрести отчий край? Ответом средневековой церкви на это могло бы послужить название книги Фомы Кемпийского «Подражание Христу». Спасение в том, чтобы отринуть мирские соблазны и следовать примеру, поданному Христом и святыми. Лишь в этом случае у странника появлялся шанс пройти сквозь тьму мира сего и попасть в рай. Наряду со множеством произведений, где отразилась трагедия рода человеческого, Босх создал почти столько же таких, где указывается путь к спасению.